Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Ну, во-первых, я хочу вспомнить о том, что наш концерт оказался ведь между двумя праздниками. Несколько дней мы отмечали День защитника Отечества, а впереди у нас 8 марта. И мы поздравляем всех мужчин, защитников Отечества, и всех женщин, которые сегодня здесь в зале. С праздниками всех! А собрались, конечно, мы ради новой истории, ради новой сказки. И сказка эта называется так. «Мальчик-звезда». Сочинил ее английский писатель и драматург Оскар Уайльд. Что это за сказка? Грустная, веселая, может быть, мудрая? Об этом судить вам самим. Конечно же, сказка будет сопровождаться песочной анимацией. Вновь с нами художники театра песочного искусства Роман Ставровский и Александра Басова. А музыка будет сегодня написана несколькими композиторами. И это все великие имена. Бетховен, Моцарт, Шуберт и Брамс. На сцене Омский академический симфонический оркестр. И я приглашаю на сцену дирижера Григория Вевера и художницу Александру Басову. Давным-давно. Тогда лесные звери умели разговаривать. Звезды спасали от разбойников маленьких детей. В селах жили кузнецы и лесорубы, а по дорогам ходили нищие, прося подаяния. А еще больные страшной болезнью, прокаженные, болезнью, которую тогда не знали, как лечить. А в городах жили короли и королевы, и были города обнесены стенами. Вот тогда и случилась эта история. Стояла холодная, длинная зима. Как-то раз двое бедных лесорубов возвращались домой, пробиваясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, и стоял лютый мороз. И на земле, и на деревьях лежал толстый снежный покров. Thank you.
когда лесорубы продирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались от их движений, а когда они приблизились к горному водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала королева льда. Они вышли на опушку леса и увидели далеко внизу в долине огни своего селения. Что выбрались наконец из леса и даже громко рассмеялись. Но, посмеявшись, они снова стали печальными, потому что вспомнили про свою бедность. И один из них сказал другому: «С чего это мы так развеселились? Ведь жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой». «Ты прав», — отвечал его товарищ. Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная, необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд. И когда изумленные лесорубы проводили ее взглядом, им показалось, что она упала за старыми ведрами возле небольшой овчарни.
кусок золота. Надо его разыскать! Разом закричали оба и тут же припустились бежать. Но один из них перегнал своего товарища. Лежало что-то сверкающее, как золото. Лесоруб побежал, наклонился, поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, расшитый звездами. И он крикнул своему товарищу, что нашел сокровище, упавшее с неба. И они расправили складки плаща, чтобы достать оттуда золото и разделить его между собой. Но, увы, в складках плаща они не обнаружили ни золота, ни серебра, а увидели только спящее дитя. И один лесоруб сказал другому: «Нет нам с тобой удачи, ну какая польза человеку от ребенка? Давай оставим его здесь. Ведь мы люди бедные, у нас и своих детей хватает, и мы не можем отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим». Но другой лесоруб ответил так: «Нет, нельзя оставить это дитя замерзать тут на снегу. И хоть я не богаче тебя, все равно я отнесу этого ребенка к себе домой». Когда жена лесоруба отворила дверь и увидела, что ее муженек возвратился домой целый, невредимый, она очень обрадовалась. Но, увидев чужого ребенка, рассердилась. «На, ведь своих кормить нечем!» Но тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь. И жена вздрогнула, поежилась и пожалела ребенка. Она поцеловала его, опустила в колыбельку рядом с младшим и своих детей. Столом и играл с ними. И с каждым годом он становился все красивее и красивее. И жители селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и черноволосые, а у него было белое и нежное лицо, и у него были золотые кудри. Красота его принесла ему только зло.
ибо он вырос гордым и жестоким. На детей лесоруба, да и на всех детей в селении он смотрел сверху вниз, потому что, говорил он, они все бедняки, а он происходит от звезды. И он помыкал детьми и называл их своими слугами. Он не жалел бедняков, слепых и нищих, приходящих в селение, и швырял в них камнями, и высмеивал всех, кто был жалок и безобразен. Себя же он очень любил. И летом в безветренную погоду часто лежал у водоема во фруктовом саду священника и любовался своей дивной красотой. Когда лесоруб говорил ему, что он жесток, мальчик-звезда только усмехался презрительно. Однажды он ткнул тростинкой в подслеповатые глаза крота, а в другой раз поранил крыло коноплянки. И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная нищенка. Одежда ее была в лохмотьях, а босые ноги, израненные об острые камни дороги, были все в крови. Женщина присела отдохнуть под каштаном. Но тут увидел ее мальчик-звезда и сказал своим товарищам: «Гляньте, под прекрасным деревом сидит отвратительная грязная нищенка». И с этими словами он подошел к ней поближе и начал швырять в нее камнями и насмехаться над ней. Она поглядела на него и не могла отвести от него взгляда. Но тут лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает мальчик-звезда, подбежал к нему и стал бронить его, говоря: «Что сделала тебе эта бедная женщина? Почему ты гонишь ее отсюда?» Тогда мальчик-звезда покраснел от злости, топнул ногой и сказал: «А кто ты такой, чтобы спрашивать меня, почему я так поступаю? Я тебе не сын и не обязан тебя слушаться». «Это верно», — отвечал лесоруб. «Однако я пожалел тебя, когда нашел в лесу». Когда нищая услыхала эти слова, она громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда лесоруб поднял ее и отнес к себе в дом, а его жена принялась ухаживать за ней. Спросила: «Верно ли ты сказал, что нашел этого мальчика в лесу? И с того дня минуло 10 лет». И лесоруб ответил:
Да? А не нашел ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? Воскликнула женщина. Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звездами? Все верно, отвечал лесоруб. И он вынул плащ и янтарное ожерелье из сундука. И когда женщина увидала эти вещи, она расплакалась от радости и сказала: «Этот ребенок мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла весь мир». И лесоруб с женой вышли из дома и стали звать мальчика-звезду и сказали ему: «Войди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя». И мальчик-звезда, исполненный радостью и изумления, вбежал в дом. Но когда он увидел ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал: «Ну а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки». И женщина ответила ему: «Я твоя мать». «Ты, должно быть, лишилась рассудка», — гневно закричал мальчик-звезда. «Я не твой сын, ведь ты же нищенка. Ты уродливая, одета в лохмотье. Ну-ка, убирайся отсюда, чтобы я больше не видел твоего мерзкого лица». «Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу», — плача проговорила она. «Но я сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя можно познать. И я молю тебя, пойдем со мной, ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет». Шелохнулся. Наконец он заговорил, и голос его звучал холодно и презрительно. «Если это правда, что ты моя мать, — сказал он, — лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня. Ведь я думал, что моей матерью была звезда, а не какая-то нищенка, как это ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я больше никогда тебя не видел». «Неужели ты не поцелуешь меня на прощание? Ведь я столько претерпела мук, чтобы найти тебя». «Нет, — сказал мальчик-звезда, — мне легче поцеловать гадюку или жабу, чем тебя». Тогда женщина встала и, горько рыдая, вышла из дома и скрылась в лесу. А мальчик-звезда, увидав, что она ушла, очень обрадовался и побежал играть со своими товарищами. Но те, поглядев на него, начали смеяться над ним и сказали: «Да ты мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка, убирайся отсюда, мы не хотим, чтобы ты играл с нами». И они выгнали его из сада. Тогда мальчик задумался и сказал себе: «Что это такое они говорят?» И он подошел к водоему и поглядел в него. Но что же он увидел? Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал, и сказал: «Не иначе, как это мне
наказание. Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее, и я был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду ее. И он побежал в лес и начал громко призывать свою мать, прося ее вернуться к нему, но не услышал ответа. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери. Он спросил крота, ты роешь свои ходы под землей, скажи, не видали ты моей матери? Но крот отвечал, ты выколол мне глаза, как же я мог ее увидеть? Тогда он спросил у коноплянки, ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери? Но коноплянка отвечала, ты подрезал мне крылья ради забавы. Как же я могу теперь летать? И мальчик-звезда опустил голову и заплакал. И стал просить прощения у всех, и углубился дальше в лес, продолжая свои поиски. А на третий день, пройдя через весь лес, он вышел на опушку и спустился в долину. Через селение дети дразнили его и бросали в него камнями, и ни одна душа не жалилась на него, и нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже третий год бродил он по свету, и не раз казалось ему, что он видит ее впереди на дороге. И тогда он принимался звать ее и бежать за ней, хотя острый щебень ранил его босые ступни, и из них сочилась он по свету и нигде и никогда не встречал ни любви, ни сострадания. Весь мир обошелся с ним так же, как поступал он сам в дни своей гордыни.
вечером он подошел к городу, обнесенному высокой крепостной стеной. Воины, стоявшие у ворот на страже, грубо крикнули ему: «Что тебе нужно в нашем городе?» «Я разыскиваю мою мать», — отвечал он. Но они стали насмехаться над ним, а один сказал: «Давай продадим это чудище в рабство за 2 чаши вина». А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик. И, услыхав эти слова, сказал: «Я заплачу за него эту цену». И, заплатив, взял мальчика звезду за руку и повел в город. Они прошли много улиц и подошли, наконец, к дому старика. А в нем была мрачная темница. Старик втолкнул мальчика звезда в темницу и запер дверь на ключ. А на утро старик, который был злым волшебником, вошел в темницу и сказал: «В том лесу, что неподалеку от этого города, скрыты 3 золотые монеты. Из белого золота, из желтого золота и из красного золота. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота. А если не принесешь, получишь 100 плетей. И мальчик-звезда прошел через город и вступил в лес, а там, куда бы он ни ступал, повсюду перед ним поднимался из земли колючий кустарник. Кустарник полный острых шипов, и ноги его обжигала злая крапива. Нигде не мог найти монету из белого золота, хотя и разыскивал ее с самого утра и до захода солнца. И он побрел домой, горько плача. Но когда он подходил к опушке леса, из чащи до него долетел крик. Казалось, кто-то взывает о помощи. И, позабыв про свою беду, он побежал на этот крик и увидел маленького зайчонка, который попал в селок, то есть в сеть, расставленную каким-то охотником. И мальчик-звезда жалился над зайчонком и освободил его. А зайчонок сказал так: «Чем я могу тебя отблагодарить?» И мальчик-звезда сказал ему: «Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти ее. А если я не принесу ее своему хозяину, он побьет меня». «Ступай за мной», — сказал зайчонок, «и я отведу тебя туда, куда тебе нужно». Тогда мальчик-звезда последовал за маленьким зайчонком, и что же он увидел? В дупле большого дуба лежала монета из белого золота и блестела в лучах заходящего солнца. Мальчик-звезда обрадовался, поблагодарил зайчонка и побежал в город. А у городских ворот сидел больной, прокаженный. Таких тогда не пускали в города. Лицо его скрывал серый капюшон. И когда он увидел приближавшегося к воротам мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской и крикнул ему так: «Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду, ибо нет никого, кто бы сжалился надо мной». «Увы», — вскричал мальчик-звезда, «у меня есть только одна единственная монета. И если я не отнесу ее моему хозяину,
он прибьет меня, потому что я его раб. Но прокаженный стал просить его и умолять, и делал это до тех пор, пока мальчик-звезда не сжалился над ним и не отдал ему монету из белого золота. Когда же он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку и впустил его в сад и спросил его: «Ты принес монету из белого золота?» И мальчик-звезда ответил: «Нет, у меня ее нет». И тогда волшебник набросился на него и стал его колотить, и снова запер его в темнице. А наутро волшебник пришел к нему и сказал: «Если сегодня ты не принесешь мне монету из желтого золота, ты навсегда останешься моим рабом и получишь от меня 300 плетей». Тогда мальчик-звезда направился в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но не мог нигде найти ее. А когда закатилось солнце, он опустился на землю и заплакал. А пока сидел он так, проливая слезы, к нему прибежал маленький зайчонок, которого вчера он освободил из селка. И зайчонок спросил его: «Почему ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу?» И мальчик-звезда отвечал: «Я ищу монету из желтого золота, которая здесь спрятана. И если я не найду ее, мой хозяин побьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве. Следуй за мной!» — крикнул зайчонок и поскакал через лес, пока не прискакал к большому озеру. А на дне озера лежала монета из желтого золота. «Как мне благодарить тебя?» — сказал мальчик-звезда. «Ведь вот уже второй раз, как ты выручаешь меня». «Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо мной», — сказал зайчонок и проворно поскакал прочь. И мальчик-звезда взял монету из желтого золота и поспешил в город. Но прокаженный увидел его на дороге и побежал ему навстречу и упал на колени, крича: «Подай мне милостыню, или я умру с голоду!» И мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из желтого золота. А когда он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку и впустил его. Его: «Ты принес монету из желтого золота?» И мальчик отвечал: «Нет, у меня ее нет». И волшебник набросился на него и стал избивать его пуще прежнего. А наутро сказал: «Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу. А если не принесешь, я убью тебя». И мальчик-звезда отправился в лес и вновь целый день разыскивал там монету из красного золота, но опять
нигде не мог найти и ее. Когда же стало темнеть, он сел и заплакал. И пока сидел он так, проливая слезы, к нему прибежал маленький зайчонок. И зайчонок сказал ему: «Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере у тебя за спиной». Мальчик-звезда вынес из пещеры монету, и она засверкала в последних лучах солнца. Мальчик-звезда поблагодарил зайчонка и поспешил вернуться в город. Но когда прокаженный увидел его, он встал посреди дороги и громко закричал, взывая к нему: «Отдай мне монету из красного золота, или я умру!» И мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из красного золота. Однако сердце его сжалось от тоски, потому что знал он, какая страшная судьба его ожидает. Городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести, восклицая: «Как прекрасен господин наш!» А толпа горожан следовала за ним, и все твердили: «Воистину, не найдется никого прекраснее во всем мире!» И мальчик-звезда заплакал и сказал себе: «Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой». Но так велико было стечение народа, что он сбился с дороги и пришел не к дому волшебника, а на большую площадь, где стоял королевский дворец. И ворота дворца распахнулись, и навстречу мальчику-звезде поспешили знатнейшие вельможи города и воины, и все склонились перед ним. А у одного воина был гладкий, как зеркало, щит. Мальчик-звезда посмотрелся в него, и что же он увидел? Его красота вернулась к нему. Вот только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше не было. А вельможи сказали ему: было давнее пророчество, что в этот день придет тот, кому суждено нами править, сын нашего короля. Но мальчик-звезда отвечал им: «Я же не сын короля, я сын нищенки. И я отрекся от нее, от моей матери, которая искала меня по всему свету. И теперь я ищу ее, чтобы вымолить у нее прощение, и не будет мне покоя, пока я не найду ее».
И, сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. Что же он увидел? Среди толпы, теснившей стражу, стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней стоял прокаженный. И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны на ее ногах и оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его разрывалось, сказал: «О, мать моя! Я отрекся от тебя в дни моей гордыни, но ты не отринь же меня в час моего смирения. Я дал тебе ненависть, но одари же меня своей любовью. Я отверг тебя, но прими же свое дитя». Однако нищенка не ответила ему ни слова. И тогда он простер руки к прокаженному и припал к его стопам, говоря: «Трижды оказал я тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть единый раз». И нищенка положила руку на его голову и сказала: «Встань». И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал: «Встань». И он встал с колен и посмотрел на них. И что же? Перед ним были король и королева. И королева сказала ему: «Вот твой отец, которому ты помог в час нужды». А король сказал: «Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами». И они пали в его объятия и осыпали его поцелуями и отвели во дворец. Его облекли в дивные одежды и возложили на его голову корону, и он стал властелином города, и он был справедлив и милосерден ко всем. Он изгнал злого волшебника, а лесорубу его жене послал богатые дары, а сыновей их сделал вельможами. Учил добру, любви и милосердию. И он кормил голодных и сирых, одевал на них. И в стране бы всегда царили мир и благоденствие. Thank you.
Симфонический оркестр, дирижер Григорий Вебер. Концерт окончен. Всего вам самого-самого доброго.